Володя из реальных пацанов. В общем, классный парень очень. И Володь, почему сегодня здесь на премьере на кинокомедии «Папа против мамы»? Люблю кино, пришел посмотреть. Тебя пригласили или сам? Да, пригласили. Пришли мы с друзьями, смотрим сейчас. Какие фильмы ты любишь вообще сам? Я люблю легкие комедии. Я люблю разные фильмы. Что сейчас в твоей жизни творческое происходит? Есть ли фильмы, которые сейчас в производстве, может быть? Пишу песни. Есть фильмы, которые скоро будем снимать. А я знаю об этом, да, рассказывать нельзя. Ну, может быть, хоть намекни что-нибудь такое интересненькое. Нас ждет, может быть, весной. Комедия, летом. Комедия. Ждет комедия снова с твоим участием, да. В главной роли. Да. И есть еще какая-нибудь роль, которую ты бы хотел исполнить, может быть? Ну, наверное, драму, раз комедия есть, надо драму. Хотел бы сняться в драме. Конечно, спасибо, прости.